знаю. Может, твои подружки пришли знакомиться с твоей сестрой? Пошли посмотрим. Привет, София. Привет, девочки. Мы пришли знакомиться с твоей сестричкой. Ну, заходите. Вот она приехала. Смотрите, какая узенькая, красивенькая. All the price goes. Посмотрите, такие волосики. Такая чёлочка. Одни глазки. А здесь зеркальце. Молния с замочком. В виде сена. А здесь 15 аксессуаров. Ну что ж, давайте откроем. Ой, посмотрите, а тут еще вторая полосочка. И розовенькая капсула. А какая здесь девочка красивая, нарядная. Какой у нее бантик. Просто прелесть. А вот еще один замочек. Открываем его. О, какая тугая. Вот это ее запечатали. Сейчас мы ее откроем. Никак не хочет нам показываться. Вот такая у нас розовая капсула. А это у нас заколочки, стикеры на волосики. А это ящичек плюс тон плюс зайчик. А здесь у нас инструкция лол и зеркальце волшебное. Открываем. И что мы видим? Ой, пакетик. Шик-шик. Баночка в форме лака. Ну что, посмотрим, что там внутри. Что ж такое? Это у нас ручка с цепочками на нашу баночку. А сама ручка выполнена в форме колочки. А из крышечки мы сделаем подиум для нашей куколки. Ну что, давайте посмотрим, что там дальше. А эта крышечка будет диванчиком. Вот, достаем три пакетика, открываем, что же там такое. Какое платьишко с синими золотистыми оборочками. Ой, какая прелесть. А что же здесь? Давайте посмотрим. Ой, а это ожерелье, ленточка на шее нашей куколки. Сейчас мы это все сложим, отодвинем. Ну что, давайте посмотрим, что здесь у нас. Какие красивые сапожки, красные, с локтиками.
Мотоциклы не маленькие, миленькие. Так, что же у нас еще здесь есть? Ой, мы забыли еще один пакетик. Сейчас достанем его. Что же там спряталось? Что-то большое. А, это же корона. Наша куколка принцесса. На левой. А сейчас мы попробуем открыть дверки и освободить нашу куколку. Вот она, смотрите, какая она. Своя ночная. Ну что, достанем ее? Какие у нее волосики. Такие мягкие. Кудрявые. А костюм, костюмчик какой у нее, посмотрите. Голубенькие трусики, красные сапожки и маечка. Или это купальничек? Наверное, скорее всего, купальничек. А это у нас бегудюшки. И мы можем накручивать волосы наши куколки на волосы. А на той же у нас там что там? Расчесочка золотистая, чтобы расчесывать нашу куколку. Смотрите, как мы ее расчесываем. А что же в этой бегудюшке там у нас лежит? Давайте посмотрим. А здесь у нас бутылочка для нашей куколки. Смотрите, какая она. Горошек золотая. И красные полосочки. Чтобы наша куколка могла пить. Ставим нашу бутылочку в диванчик. Вот. Наш диванчик с бутылочкой. Ой, какая наша красивая девочка, королева. Какие у нее шикарные волосы, корона, волосики мягкие. Какая она красивая! А какие у нее волосы шикарные! Она очень похожа на королеву. Так она и есть королева. А еще вы знаете, что если нашу куколку отпустить в горячую воду, у нее появится купальничек беленький с белыми носочками, полосочку. А если мы опустим холодную воду, то наш купальничек превращается в красный цвет с синими трусиками и красненькими чулочками. Вот еще раз смотрите. Опускаем холодную воду. Вот такой вот у нас получился купальничек. Видите, какой красивый. А в горячий беленький купальник. Привет, девчонки! Неужели я до вас добралась? Как это было долго и тяжело. Мы тоже тебя очень ждали. И хотели с тобой познакомиться. Ну что, теперь поехали на море или на пикник? На пикник. Ну поехали. Поехали. Ну что, поехали? Поехали.